Как поругаться с народом? Очень просто. Надо молча стоять и смотреть на него. В конце концов, кто-то непременно заорет. «Эй, мужик, чего вылупился? По очкам захотел?» Очки надо быстро снять и во избежание недоразумений перейти на противоположный тротуар. Там повторить процедуру, поскольку третьего тротуара не дано, идти домой и смотреть в ящик на народ, говоря ему все, что хотел сказать ранее, выключив предварительный звук. Народ безмолвствует, только разевает рты. Это помогает мысленно приделать ему жабры и отправить на глубину, определив предварительно ее глубину, не ниже Марианской впадины, 11 тысяч метров. Там пусть разговаривает. Звук не включать, вода все стерпит. Затем разуться и исполнить несколько па из танцев босоножек Айседоры Дункан, которая так любила нашего русского поэта Сергея Есенина. Рисунок прилагается. Потом пойти в ванну, включить кран и душ одновременно и, не касаясь водяных струй, попробовать сымитировать ртом движение ртов народных масс, те, которые удалось запомнить. Потом выключить Марианскую впадину и идти спать. Зачем, спросите вы, ругаться с народом? Попробуйте перед сном изобразить меня с разинутым от изумления после вашего вопроса ртом и постарайтесь угадать, на какую из глубоководных рыб я более всего похож. Если угадаете, обещаю вам глубокий, сладкий и полезный сон без всяких сновидений.